Так, машины в нулях сейчас находимся. Вот так у нас B расположено. Идем в B0. Идем в пользовательские нули. Здесь у нас пользовательские нули, а вот тут у нас где-то будет происходить резко. Со сдвигом 27 мм по Y и по X где-то миллиметров 5. Вот, появился маркер. Z у нас сейчас привязано на глазочек.